Вот вы взяли вот этот предмет, и он у вас никак не работает. Вы понимаете? Вот я могу сюда, 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 сюда. А фактически, вот то, что нами здесь вам были представлены уже вот в таком виде, то, что мы с вами делаем, оно будет иметь возможность представлять систему нашей работы. В чем она будет заключаться? Когда я вот так буду, вы видите, что она не рабочая. Надо смазать. А раз я смазал, значит, у меня теперь пошла она свободно перемещаться. Где? Я дал раз, у меня перевернулась откуда тут? Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Что такое как раз вот именно те моменты, о которых вы забираете возможность вот этого карданного вала? То есть я выбираю несоосность. И вот те самые, как вот мы говорили, редуктор, значит, я то, что вот сейчас вы палку брали, точка опоры, и вот эта воронка у меня, а так как воронка у меня с рычагом, я смотрю, а какую я возьму, то нижнюю, то верхнюю, больше силы, меньше силы, скорость увеличить или уменьшить. И вот то, что мы сейчас вот видели здесь, и вот этот закон динамо, и то, что мы с вами хотим каким-то образом перебрать, как я беру этого человека, этот защищается, а эти нападают на меня, я тогда раз отсюда, он нападает, где я, откуда выбрал, откуда у меня выбирается, здесь, как я могу его перенести? Для того, чтобы мне брать. Что я теперь использую для того, чтобы вытащить? Вы же вот именно зацепку выполняете так, как вам будет надо, за счет вот этих деталей. То, что сейчас Аркадий Алексеевич вам показывал, все брали. А теперь я вот показываю, что вы здесь кого-то перебрали, кого-то зажали, за счет кого-то взяли, и как вы вознаградили его. Понятно, попробуйте все дальше. Чья туфля? Нападает на меня. А я опа! Еще разочек сделаем. Опа! Как она у меня? За счет ноги она у меня пошла. За счет она вышла. Это я корпус скинул, она у меня вошла. Это откуда? Я.